Второй день борьбы с обоими идет. Чего борьбы? Наоборот, игры. А, да. Игра с обоими. Вот эту стенку уже приклеили. Да, теперь мы идем сюда. Чисто белые буду, да? Да, не чисто. Не чисто. Не чисто белые. Вон они какие будут. Где? А, с этой стороны надо показать, подожди. Вот, 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 вот. Да, вот такими будут прожилками. Угу. Визеруночками. Визеруночками, да. А потолок купили? Да, уже купили. Будем клеить. Вот быстрее стараемся, чтобы побыстрее и сегодня успеть еще начать потолок клеить. Так что. Чай готов? Мастера. Бригада. Не до чая. Только нам, пожалуйста, освободи. Бригада. Ух. Ничего, а вот сильно там, тонкие вот, обои получается, и очень тяжело клеить. Ничего, это оно высохнет. Mm-hmm. Вот это нормально. Она имеет в виду. Не, ну, тереть, боимся смотри, тереть. Да. Это пока временный галлю. Тебе еще не говорила зрителям, да? Что? Ну, она же хотела капитально мастеров вызывать. Когда это? А, когда-то говорила. Да, а теперь решила немножко. Освежить, то мы вот ей помогаем. Володик заснул уже. Да, да, сейчас мы будем его. В Киев будут ехать. Да, машина сейчас выехала уже. Да, да, пошли. Все, загружаемся. Да. Так, я две сумки Оксану забрал. Сьогодні на базарі стоїмо, а ця ж продавщиця збоку стоїть. І дівчина прийшла на босу ногу у босоножках. Вона дивись, каже, дивись. Вона коло мене яка прийшла. Мені в два рази холодніше стало. Да. Проважаємо. В Київ уїжджають. Оце, кстати, Настя, і хто кому там понравилась куртка? Куртка ага. Хороша. Ну всі бортом машини обтираю вічно. Грязь. Це я так зайвий раз хотіла похвастатись. Хвастуха, хвастуха. Є хороший. Ой, спасибо вам, спасибо. І вам спасибо. Що були з нами? Ні, ну все, садись в машину. Оксан, садись, замерзнеш. Хоча, звісно, тепла. І вам теж. Спасибо вам. Да, подарунки за все. Давай. До скорых встреч. Репортажи. Ой, офигенно. Вы едете позвонить? Да. Ага. Кресло. Подарок от Деда Мороза передали, нет, Лене? Все, пока! Бибикай, говорит. Традиционно. Традиционно. Пока! Приехали. Ждем следующих теперь. Ну, да, ждем следующих. Когда приезжать, так хорошо, когда уезжает кто-то. Знаешь, когда приедут, грустно, да. Когда уезжает, грустно. Но мы знаем, что скоро приедут еще раз, то уже все. Ну, они сейчас лазирки, а потом снова к нам. Ездят туда-сюда. Хотят везде успеть. Молодежь. Эх, молодежь, как тот жук. Хорошо, что находится занятие здесь. У нас так операционный товар. А вы что, шпакель, чай не идете пить? Нет, они работники очень ответственные да. В операционной, видишь, они. Галя, расскажи, что ты хотела сделать ремонт, ждешь строителей. А я косметически хотела сделать, да и вообще не думала я делать ремонт. А девчата мне предложили, давай мы тебе сделаем. Что ты будешь это самое, так и уже решили. Такие молодцы.
На карантине пока, да. Лежать, что ли? Ну, дело, мы рады. Так бы отдыхали бы, а так... Как приятно. В Киеве отдохнем. Я люблю, когда меняется из такого состояния более красивее. Да. Еще же они, видишь, меня заставили потолок купить этот самый, чтобы наклеить. Когда это ты капитально все ждет строителей, когда они у нее приедут. Я говорю, придут, сделают, короче. А мы так тебе сейчас. Так слегка. Что временно, то и постоянно. Капитально как делать? Салай сегодня за рамку. Стало-то, давай, все, прям как настоящий строитель. Я бы так не догадалась. Ножики давай, все. Он, видишь, все по-настоящему. Уж делаем так, делаем. И покажем уже, когда красота будет. А у нас такой оранжевый где-то. Не могла найти, где. Пришлось сегодня вон на базаре. А на дверь коричневая краска есть? Да эту дверь тоже менять надо, но уже хоть стоит себе. Я бы покрасила. Они двери, вон, видишь, кривые уже. Они строители что сделали? Они взяли, их вытащили во двор, когда здесь делали. Так и строители были у нас. Что... Еще первые. А Женька-то молодец. Он никогда так вынес, не допустил. Женька, они оставили, Женька, она намочила, сделал, а потом да. Она как перекрутила. Да. И чего они? Я не знаю. Такие были строители у нас, это вообще... А теперь что, на пластик будешь менять или будешь это просто было... переделывать? А ты понимаешь, не знаешь ли, какие? Кого, да, какие. То ж себя рекламируют, ой, как они, мы вам быстро, мы вам хорошо, мы то сделали быстро. Хай бы лучше не быстро, но... Уж мы тогда только заходили, ой, боже, нам надо было быстрее. А вы кто уже согласился, кто уже это самое... Было. Папа тогда был. Мы хотели, чтобы папа, ну, уже в нашем новом доме как раз это было же. И он потом, ему так нравилось приезжать сюда, он же первый здесь. У нас только был здесь туалет сделан. Это же ванны, ничего не было. Здесь тоже все кирпичи. Только вот, вот такая вот, вот это вот все вот так вот у нас было. Это же еще давно, это мы еще когда это приезжали-то делали штукатурку, мы нанимали же весь дом. А потом папе так нравилось. Слышишь, Галя, козики пусть остаются или убрать? Убрать, убрать, они не нужны уже. Потом не надо? Не надо уже. Это я вешала, когда может, делала вот эти. Градусники у вас тут есть. Да, градусники висели. А теперь где будут градусники висеть? Ну, красивый гвоздик повесить. Гвоздик красивый. Он тоже же, видишь, планировал. А сколько лет уже стоит вот это? Шнур. Шнур этот, да. Сколько лет? Ну, у тебя видишь, провод, что есть. Одним детям помочь, что другим детям помочь, что же с этим. Ой, да, то одно, это же здоровый дом, то одной, хоть эти комнаты сделать, эти комнаты. Так постепенно так и зашли. Осталось вот это на последний. Нет, мы бы, если бы Женя не уехал в это, мы уже планировали, он что нам сделает котельную. Все сделает, да? Да, что нам сделает котельную. Но уже раз он уехал уже, то уже все. И на этом наша стройка закончилась. После Жени уже нам никакого другого мастера уже не хочется. Такой он был у нас. Ну, он уже все теперь... Все теперь, он не хочет этим заниматься даже. Он уже себе нашел работу лучше. Да, и все. Хорошо оплачиваемое, то он этим не хочет заниматься. Так, идемте чай пить. Да, сейчас, идите. Идемте, пойдем. Валера, чай пошли пить. Ну, да. Валера уже вот. Уже Валера красоту уже доводит. Подожди, еще дойдем вот этой красоты. Сегодня вечер. До вечера доденешь? Нет, еще два дня. А, да? Еще два дня? Ладно, увидите, дорогие зрители. Угольников не хватает, оказывается. Чего? Угольников не хватает, оказывается, у меня. Доброе утро! Вон у нас какая бригада. Ух, сегодня уже 4 число. Столетия. Подо льдом моря. Тамара, доброе утро. Доброе утро. Что доброе, делаешь? Доброе, бодрое, рабочее утро. Чем занимаешься? Галя здесь пошпаклевала немножко, что я подчищаю за ней немножко. Видите, какая у нас бригада какая. О, Галя наверху. Ля-ля.
Ля-л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 я-
Пара-пам-пам-пам. А так, как она там это, как она там в Варлей, этом? Варлей, Варлей. Варлей, да. Варлей поет. Наталья Варлей. Она вот такая. Посмотри, покажи стул какой стоит. Света, не свались оттуда. Ну да, и на одной ноге. Подай, пожалуйста, один этот. Света, не убейся, ради бога. А то сейчас заляпаешь. Ага, смотрите, вот чем я почему начала снимать, потому что вот посмотрите, что будет сейчас Галя вытворять. Галя, что Галя будет вытворять? Расскажи. Галя, как всегда, будет вытворять. С математической точностью. Давай она будет держать. Это клей специально? Вот, вон этот карандаш, 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 карандаш. Ага. Со специальной клей, специальная. Ну, это здесь у нас будет этот, то надо немножечко... Плинтус, да? Или как он называется? Ой, да, как-то он называется. Плинтус внизу на полу, да? Это... Ободок. Ободок? Нет, не ободок. Не ободок. Короче, не вспомним. Все, давай, отпускай, отпускай. Нема колы вспоминать. Сейчас я покажу вам такую штуку. Вот она. Нет, мне эта штука легенькая такая, типа пенопласта. Галя, и не знаешь, как называется, да? Это потолок, а как он? Он очень легкий и очень крохкий. Ну, пока, Галя. А я думала, знаешь что, Галя, что ты закажешь вот такой, как у нас в Нукусе был потолок такой вот выпуклый. Ну, тяжело. Тяжело, да? Конечно. А-а-а. Ты что, там попробуй каждую эту вынуть. А что, ты думаешь, это мыть надо? Пылесосом, наверное, раз-раз, да и все. Так это же все а временно. Она же потом будет капитальный потолок делать. Зачем ей вот эти сложности? Потом раз-раз убрал и капитально сделал. Они на весной потом сделают, может. Я просто проверяю, со светом, да? Видишь, хороший. Вот, видишь, вчера, раз, видите, вот уже обои, кстати, поклеены. Вот, видишь, полностью. Она. Сюда, сюда идет она. А надо вот линию прочертить. Так, ну что, подай еще раз. Сейчас будем линию сразу чертить. Так, сейчас. Стой. Нам надо одну линию прочертить до конца. Так, стой. А там специальный клей есть, чтобы его держать, да? Чтобы на потолке, да, держалось, да? Да, да. Подожди, свет, свет, отпусти. А поэтому ну, пропритри. Это значит немножечко ее. Ну, бери руки. Я просто не вижу. А покажу еще Валерину работу с Галей. Они сейчас выпиливают пока. Вот здесь вот. Включила свет, чтобы получше было видно. Посмотрите. Чем отличите от мебельной фабрики? Как Валера все красиво сделал. Ага, даже не ожидали, наверное, да? Что так красиво получится. Посмотрите, обалдеть. Здесь все легко открывается, между прочим, смотрите. Там еще все это будет делать. Вот они сейчас выпиливают. Галя пошла ему помогать. Смотрите, все легко. Вот, даже вот, вот это вот он сделал, посмотрите. С этой стороны. С этой стороны все Валера красивенько сделал. Еще все это вот здесь будет приклеиваться, там будет приклеиваться. Это еще опять-таки не завершенный вариант. Но я вам все равно хочу похвастаться. Посмотрите, какой брат Валера, какие вещи может изготовлять. Красота просто. Навел здесь порядок такой. Красота. Даже ручки, посмотрите, какие он здесь сделал. А? Красота, красота. Все легко и просто. Видите, даже он эту штучку такую здесь прибил. Во. Вот. И цвет. Хороший. Доски уже были готовы. И все. Все. Дальше мы продолжаем. Я только что... как бы не то, что позавтракаю еще раньше, а это кофе я приготовила. Там плита занята, и я так сбоку намолола кофе и приготовила им кофе. Так, дальше показываем.
А вот Вася ездил в город. Таки да. Всем привет, таки Вася. Ездили таки в город. Да. И всем привет таки. Угу. И купил Вася краску. Третий раз на батареи все не рассчитаем. И на краску следующую помазку. Одним словом, грунтовку. Грунтовку. Для того, чтобы стены красить. Грунтовка. И уголки, и шурупчики, угу. И всякие другие. Прибамбасики. Прибамбасики. Ну как там в городе? В городе светло, тепло, и мухи не кусают. Да? Температура какая градусов за бортом? 5 тепла. За бортом градусов 5 тепла. О, красота. Люди хоть есть? А? Люди хоть есть? Иногда бывает, да. Иногда бывает. В некоторых местах, не в другом. В магазинах продуктовых только, почти да? Нет людей. Почти нет. Ну да, у нас же локдаун начинается. С какого числа, Вася? Да, с какого? С 4 вроде, да? Сегодня же 4. Сегодня 4. Да. С 4 по 28 число у нас локдаун. Валеры нету. Валеры нету. Что надо, я ему пойду передам. Ой, смотрите, кто. Каждый раз выходишь, и каждый раз это чудо тебя встречает. Вот так. Привет, привет, мой свет. Привет, да, 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 да. О, зрители, вам здравствуйте от Денчика. Пока не погладишь, он от тебя не отстанет. Да, хороший, хороший мальчик, хороший. Очень хороший мальчик. И надо обязательно, чтобы его расчесать и погладить. Ой, 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 ой. Пурька пришла. Пурька пришла. Да, Пуря. А в Ден сразу сейчас будет ревновать. Смотрите, гоняет. Смотрите, как он носится. Ревнует друг друга. Да. Галя, ты что, простудишься? Чего? Как я простужусь? Мороз, что ли? Мороза? Ну, мороза не все равно. Ну, так посмотри, сколько на мне шкуры. Да что там? Теплое все. Ой. Сама бережусь, бо... После вот этих всех и сильно жарко нельзя одеваться, бо спотеешь потом еще хуже. Так, я пришла за ней. Ага. Вот я пришла показать Валеру с Галей. Привет всем. Привет, привет. Вот два рабочих. Здесь человека пилят. Валера, я показала твою работу зрителям. Да я еще не доделала. Подожди, доделаю. Нет, надо показать и так. Начало, середина и конец. Еще в проекте еще. А в проекте, да? Галя, ты что ли главный проектировщик? Да. Валера без Гали не может. Это фонка, да? Нет. Это просто я оставила тоже фонка, да? Ровнее. Пустая? Ну, посмотри. А, пустая. Ставь. Это просто ровно. Так, нам надо 11. Так. Еще здесь, видите, работай, работай. И здесь тоже надо полки. Галя говорит, надо обязательно сделать полки, хочет. Ну, это планы Галя на своем канале вам расскажет, что она здесь хочет сделать. Тонкая с этой стороны. Что, она разная? Да, видишь, вот здесь опухшая, да? Опухла, видишь? Видишь, вот до половины опухла. А Валера сейчас ящички делал. Да, ты же ящички делаешь, Валер? Да, да, да. Вот так возьму. Так что еще сверху такие будут вытяжные ящички. Яблоки брать домой, не брать. Здесь отдыхают уточки, курочки. Уже все, январь. Уже скоро огородные работы начнутся. Пока что отпускают они кур. А летом уже, когда засадят огороды, они уже там держат в курятнике. Петя Петушок, знакомьтесь. Что делает Люба, спросите вы? Что Люба, Люба, Люба? Люба сидит на губахте, на губе. Картошку сейчас вот перебираю, маленькую, самую маленькую картошку, так поросли убираю, буду ее мыть. Короче, отвечаю за
обед. Помою ее хорошенько, потом прокалю ее со всех сторон. Может, показывать вам? Хорошо, буду показывать вам, что я буду делать с этой картошкой. Цвет фиолетовый, сорт такой. Видите, кожура такая аж фиолетовая. Фиолетового цвета. Убираю вот так вот паростки. И желательно выбирать самые мелкие. И пойду мыть их сейчас. Обычно картошкой занимаемся в котельне. Ну, так называем котельная. Это такая проходная комната. Но так как там сейчас идет ремонт, приходится здесь, на веранде. Так, промыла я картошку вместе с кожурой. Вытерла бумажной салфеткой. И теперь я буду протыкать вот такой палочкой. Можно зубочисткой? Так, вот взяли. И вот так вот проткну со всех сторон. Масло бери. Оливковое. Чуть-чуть наливаем сверху. Вот так. Ну, вот сюда с крышки. По чуть-чуть наливаем на каждую картошечку. А, так ты снимаешь? Да, снимаю тут. А тут у меня на фоне идут дебаты. Да. А Валерка палец порезал. Да. Давай побежала за этим. Да ты что? Бинтом. За бинтом. Да? Не ты что? Беги уже, да? А то сейчас кровь уже вытечет. Да, оно уже давно вытекло. Это давно бежит. Вот уже волнуется. Готово, несем в духовку до полного приготовления. Это не красить, а грунтовка. Да я вам тут тогда сейчас наждачек тебе я быстро сделаю. Да не надо, Галя, это. Ты сейчас будешь, что ли? Тебе же, чтобы ты грунт прогрунтовал, оно должно высохнуть еще успеть. Ага, так, не надо наждачка. Сейчас пойдем, надо от Валеры принести наждачек. Грунтовка идет, это не покраска. Угу. Погрунтую, а потом буду красить. Вася пилит дрова. Вы посмотрите. Это те дрова, которые мы привезли с села. Два прицепа завезли. А вечером будем возить на тачке. А Света он шпаклюет. Света, мастер шпаклевки, да? Да, нет. Да, я подмастерье. Где надо, туда и бегу. Он замазывает дырочки. Сейчас Галя придет. Мастер. Мастер, да? Да, будет. Вот запомните вот это место. Потом посмотрите, что, да. Как оно будет красиво. Вот здесь такая же самая была проблема. И Галя все это сделала. Ну, еще не покрашено здесь. Так, ну что? Показываю вам. Захожу. А, еще нету здесь ничего. Что говоришь? Да счетчик мы уже, говорю, 15 лет выносим, говорю, на улицу. Уже. Ну да. Думали, вынесем на улицу и все. А оно уже стоит 15 лет уже. Все выносим, никак не будем. Ох, а здесь смотри, прото. Галя! Ну, посмотри, это что? Это так, вот строители, нанятые строители, блин. Кроме мата здесь, боже, ну никакие слова не влазят, ну. Вот это потому, что они делают не как для своего дома. Они так, а вот тяпа-ляпа, хочешь за это платят? А что ж ты принимал такую работу? Ну. Вот дело в том, что нас дома не было, они сами проводили, это бойлеры они проводили нам. А это от счетчика бойлер идет. Ну что там, было чуть-чуть уже туда вглубь сделать. Ну две вот этих вот, ну, две шкрепка, и все, и оно бы внутрь зашло. Они же думали, что они придут, они вообще пришли, да? Да нет, они уже и замазали, вон, смотри. Телефон звонит.
забираем на стол. За это же, чтобы ты держала крепко. Наполовину? Так смотри. Здесь нормально, а тут немного это осталось. Конечно, много. А у тебя смотри. Это главное у тебя выше просто. Здесь я само собой буду. Еще не сделаю. Подожди. Может быть, что-нибудь такое поставим. Пойдет так? Уже. Хотя бы так. Она неровная, конечно. Посмотрите, рыбка засолилась у нас с картошечкой. Будет сейчас как раз и пригодилась. Помните, я солила эту рыбку? А запах неимоверный. Ну и, естественно, очень вкусно. Посмотрите, какая вкуснятина. Все, Света, хватит уже делать это сам шпаклевание. Пошли уже свое делать. Галя может все что угодно. Плавать брасом, спорить басом, трава рубить. Давай, пиши. Галя может все что угодно, только что? Даже мамой. И генералом может быть. Так, Света, давай продолжаем. Она у нас генералиссимуша. Ну да, наверх, держи. Вася, обедать! Добрый день! Можно? Все. Испеклась. Бульба печена в духовке. И что? И все. Все, садимся. Ешьте на здоровье, хлопцы. Придумал. Ешьте на здоровье, хлопцы. А девчата? А девчата и так буде вам пятак. Вот бригада ух, сейчас будем обедать. Будьте здоровы. Да. Какой ваш шикарнючий. Прям с этим подали. Надо было тарелку, может быть, выбросить, не? Нет, зачем? В ресторанах же на потельне подают. Самое то. Соленым закушу. Горяченькое будет. Забыла поставить холодец. Остатки сладкие. Доедаем уже. 6-го уже. Будем все по новой делать.